От теории к практике. Как одеваются те, кто зимой по много часов проводит на улице, а также какие элементарные упражнения можно делать даже стоя на остановке в ожидании автобуса, наш корреспондент Марианна Гейт разузнала у участников лыжных гонок. Именно лыжники знают, как согреться в лютый мороз. Им любая погода нипочем, и иногда им приходится проводить на свежем воздухе более 4 часов. Если со спортсменами все очевидно, они всегда в движении, на старт, внимание, марш! То тренерам нужна особая морозоустойчивость. Они-то знают, что термобелье европейского образца в дальневосточную зиму не спасает. Я сама сейчас вот как хожу, у меня теплое термобелье до минус 30 и флисовая кофта. Обычная флисовая кофта, все, мне хватает вот дойти. Ну и, понятно, теплый пуховик еще. Мне вполне хватает. После новостей о надвигающихся холодах некоторые директора хабаровских школ даже разрешили ученикам приходить не по форме, лишь бы дети были тепло одеты. Можно еще использовать стельки с подогревом, куртки с аккумуляторами, химические грелки. Есть подушечки такие, если их специальные подушки, которые греют. Их помять, и минут через 15-14 они начинаются греть. Греть начинают. Ну вот, их можно положить в ноги, в руки. От мороза и ветра чаще всего страдают мочки ушей, кончик носа, щеки. Если уже были признаки обморожения, то этими местами лучше не рисковать. Если совсем холодно и сильный ветер, можно обклеивать лицо специальными тейпами на нос и щеки. Обмороженные места ни в коем случае нельзя растирать. Потому что кожа очень нежная, просто надо приложить руку или перчатку и вот так ее погреть. Но главный совет от людей, которые проводят много часов на улице. Остановились, замерзли. Это самый главный принцип. Если руки замерзли, я обычно их встряхиваю. С помощью простых движений расширяем кровеносные сосуды и ускоряем теплообмен. Вот, беру, встряхиваешь вот так. И они греют. А ноги согреть можно просто вот так вот прыгать на носках, да и в принципе этого будет достаточно. Напомним, что с приближением экстремально низких температур некоторые школы Хабаровска предлагают своим ученикам свободное посещение. Но так везет не всем. На работу надо идти, хочешь, не хочешь, надо настроиться сразу. Все, для этого надо сделать дома хорошую зарядку, разогреть свой организм. Одеваешь на себя все, одеваешь капюшон и пошел. Марианна Гейт, Иван Яковлев, смотри Хабаровск и не мерзни.